Если честно, я офигевал иногда о том, что я читал в сетях. Потому что люди пишут, что вот Россия великая страна, а народ бедный. Что значит, блин, бедный? Что, блин, значит бедный? У вас отопление в домах, у вас горячая вода, холодная вода, у вас есть продукты, у вас есть даже земля, чтобы посадить картошку элементарно и просто выращивать ее, потом чистить и потом похавать, блин. А вы такие, блин, мы бедные. У вас больше возможностей, чем в некоторых странах. Я не понимал, что значит мы бедные. Только потому, что вы хотите жить выше своих карманов, потому что вы хотите ездить на Ламборджини, как показывают на телевизоре, блин, это мечта. Если вы хотите ездить на Ламборджини, блин, дайте, не знаю, там, увеличивайте свои доходы. Не надо вот сидеть вот так вот и говорить, что вот Россия великая страна, государство пиздит деньги, а нам ничего не дадут. Вы хотите что? Чтобы вам раздали каждому по миллиону каждый месяц, что ли? Для чего? Что вы для этого делали? Я вообще в ахуе, блядь, не понимаю. Вам дают необходимые вещи для жизни. У вас, блядь, бесплатная больница, бесплатный университет. Ничего не тяните, я так понимаю. Это что, блядь? Я вообще в ахуе. Полетите, пожалуйста, на минутку в бедную страну. И вы поймете, что это значит бедность. Вот. Все, я заебался.